Всем, парни, привет. Есть специальный сет у нас, где собирается 99 игрок. Ну, у нас открылся левел 8. Там, где у нас 28 игроков до 80 овера и 27 игроков и 8 ежедневок. Добавим 3. Заходим в нашу... Где игроки находятся в нашу команду. Добавляем именно до 80 овера. Ну, мы добавляем обычных с европейского чемпионата. И собирается левел 8. В этом левеле дается... Значит... X-Factor. Ну и специальная 99-й коллекционка. Ну что, X-Factor открываем. Первый, второй, третий. Давайте. Третьего. Хьюз. Джек Хьюз. X-Factor. Второй. Комнатный. И первый. Ахо. Ну, блин, я думаю, что все-таки выберем Хьюза, наверное. Джек Хьюз. Нью-Джерси. Забираем его. Ну, главное, что есть из чего выбрать. Ну что, забираем его. И у нас есть шанс. Вот такие вот у него статы. Способности. Апается до 86-го. Я так подумал, может быть, все-таки попробовать еще рулетку крутнуть. Там, где 3 X-фактора и выбор одного. Давай попробуем. Так, пошел я, короче, в команду свою. И надо Хёртла разобрать. У нас есть Хёртл, Джонсон и Хьюз. Я его разбираю до 75-го. Возвращает монетки. Надеюсь, это будет не зря. Хёртл хорошая была карта. Помогала нам в начале. Спасибо ему за 3 недели. Хорошие статы. Ну, плюс еще отбили мы задание. Брасывание X-Factor. Так, идем. Один у нас есть тут же. Джонсон вначале выпал. Добавляем Хёртла, Хьюза. Ну и рулетка. Давай попробуем. Может быть, что-то выпадет классный. Идем открывать пак. X-Factor. Удачи нам. Непродаваемые. Первая. Сразу с первой начну. Так, первая карта. Далин. О, Далин вообще круто. Вторая карта. И это... Ох, и это у нас вратарь. И третья. Что? МакДэвид! Охренеть, вот. А МакДэвид это без вопросов. Что мы берем? Не, девушку не берем. Далина не берем. И МакДэвида берем. Это просто класс. Это космос игра пройдена. X-Factor это фактически команда сезона, команда года. Это просто волшебно. Спасибо. Какой-то бонус Макар плюс МакДэвид. Я думаю, что это прекрасный выбор. Не зря мы крутнули рулетку и получаем МакДэвида в нашу команду. Это круто. Это волшебно. Спасибо, игра. Круто. Ну что, я думаю, что это круто. Нам повезло. Поэтому крутите рулетку и ждите вашего игрока. Неважно какого, но желаю всем выиграть МакДэвида. Всем спасибо. С вами был Димон на первом игровом.